Знаешь, что мы делаем с малышами, которые обосрались? Мы их засовываем в духовку. Давай, оп. Все. Всем привет! Добро пожаловать на мой канал Цилька Плей, я Наташа. Мы сегодня с вами играем в младенчика в желтом, так что приготовьтесь. Мне написали вы очень много всяких комментариев, что там вышло обновление, что много нового чего добавили. Поэтому давайте с вами играть. Так, отлично, но с тебя договорились лайк и подписочка на канал, потому что не каждый день я бываю мамочкой. Итак, поехали! Младенчик в желтом. Посмотрим, что изменилось, что подправилось. Не, ну пока что меня встречает мой любимый Пипидон. Ой, смотрите, у тебя есть теперь игрушки, освободите 6 душ. Чьих душ? Моих? А что на меня Пипидончик смотрит? А где мне освободить 6 душ? Озеро Хали, инструкция для гостей. Какая-то хрень и какая-то хрень. О! О! Душа, запертая в младенце, в желтом освободилась. Так, не смотри на меня так. А то еще немного я обделаюсь. Ну ты такой поинтереснее стал, более симпатичный что ли стал. Ты, наверное, растешь, да? Все дети, когда маленькие, страшные, а потом становятся красивыми. Да, малыш, иди сюда. А что с коленкой? А что с коленкой, я не поняла. Что с коленкой? Подожди, а что с коленкой? Ты обделался, по-моему, немножко. Давай, присуху качай. Хоть! Раз, два, три, четыре, пять. Смотри, быстро качает присуху. Ну, потому что пока молодой. Да ладно, посиди здесь. Вот так. Ну да, я понимаю, что ты испуганный. Сейчас, подожди, добрая тетя Наташа поищет душ смыть. А что мы там... О, душа! Большая голова разблокирована. Чья большая голова? Твоя, что ли, большая голова? Что будем делать с тобой? Возьмите бутылку в холодильнике. Давай я тебя усажу, я же все-таки хорошая няня. Сиди. Ну что ты брови свои насупил? Повеселее. Не, он тебе реально не такой страшный. Да это он был прям вообще обосраться страшный. Это что такое? Это какое-то кольцо, я могу что-то кидать. Ну это единственное, что я могу кидать, брат. Нет, ты застрял, подожди. Давай, оп. Ну. Во, есть. Давай еще раз, оп. Снизу потянули, отлично. Может его вниз головой надо как-нибудь? Подожди, давай вниз головой. Ля, мадама. Мисс Кузи, пройдите на диванчик. Посидишь так? Я сейчас приду. Я очень воспитанная нянька. Можно его в духовку положить? А что, ему без разницы, где сидеть, я думаю. Ему и так хорошо. Ой, еще одна душа. Ран? Слышь, не хочу я делать ран. Не надо мне делать ран. Ты сидишь? Все, я тебе бутылочку несу. На, пососать, мой маленький, соси. Ой, бляха, нихера ты футканул. Нормально ты надудонил, да? Такая улыбашка. Видимо, молоко немножко протухло. Да господи, что у тебя, ты такой довольный. Давайте, хочешь полетать? Вот так вот, чтобы ты не был такой счастливый. Не надо быть таким счастливым, брат мой. Давай, пойду тебя поменяю. Садись. И чё? А, ну я просто беру подгу... Так, ты! Ну, знаешь, мне как бы без разницы, где тебе менять. Поэтому как бы посрать. Уложите малыша спать. Ля, счастливый сидит, гомункул такая. Эй, пойдем. Давай, брат. Так, садись. Ой, у тебя, смотри, тут колыбельные появились. Еще трехочковые. Ну, видимо, здесь можно что-то кидать будет. Чего он сказал? Как видеть сны, словно король? Будешь видеть сны, словно король? Ля, ты счастливый такой. Наконец-то могу отдохнуть от этих противных детей, а? А то эти дети, конечно, они, конечно, где-то цветы жизни, но в моей жизни они не цветы. Ну, посмотри, он ноет. Что он там разнылся? Ты где? Может, он на потолке? Ты где? Гомункул? Ой, ты все еще стрёмный, конечно. Ну, что ты разнылся? Взять малыш. Да ты посмотри, у него глаза в кучу. Пойдем, я тебя уложу снова. Мне сказали тебя уложить. Ух уж эти неугомонные дети. Подожди. Ну, может быть, души где-то есть еще? Я просто не заметила. Стульчак вверх. Может быть, сейчас появится душ? Так, и где мой младенчик? О, мультики смотрим. Что это, ключ? От чего ключ? От двери? О, вау, я могу выйти? Сейчас, подожди. Надо сначала посмотреть, нету ли здесь каких-нибудь этих самых душ. Мне надо две души освободить, малыш, ты понял? Возьмите бутылку в холодильнике, да подождите. Какая бутылка? О, вот она. Run. Душа заперта, младенца освободилась. Так, давайте послушаем запись. В июле выпал снег. Вот диковина. Все началось, когда мне подвернулась эта работа. Здесь были другие няньки. Они рядом. В смысле другие няньки? Ночь спустилась в первый день. Часы тянулись. А мы следили за малышом.
Мы говорили по Хастура и Хасилильду в их отсутствие, а снаружи клубился туман, словно облачные волны, обрушиваясь и разбиваясь о стены. А грех невинных глазах, чистых как хрусталь, понятный глупым и мудрым, цене алмазов, утешительные музыки, страшнее смерти. Нормально тут нагнетают обстановочку. Но это, видимо, про нашего малыша, что в него что-то вселилось. Да, в принципе, ну, подумаешь. Ну, ты посиди пока, мультики посмотри, хорошо? Кстати, знаешь, у меня идея какая. Иди-ка ты нахер. Мне такие дети не нужны, до свидания. Теперь я в безопасности, ребят. Ладно, ладно, полежи. Я хорошая нянька, правда. О, письмо, нельзя прочитать. 11-я квартира. А я могу уйти отсюда? Я обречена, что у всех письма, мне кажется, у меня соседи подохли. О, я могу уехать. О, я могу уехать. Я могу уехать. Подожди, малой, сейчас. Подожди. Посиди. До свидания, я поехала домой. Да все, Ниной, до свидания, я все. Я увольняюсь. Скоро будет 12 декабря. В смысле, скоро будет 12 декабря? Так, я не понял. Подожди, я придумала. Сейчас, подожди. А ну-ка, знаешь что, спиногрыз? Ну, давай-ка, шуруй зарабатывать деньги. Да пусти его. Да иди ты туда. Поехал. Ну, тебе повезло. Сади свою жопу, сейчас тебе принесу бутылку твою. Не. Так, ну-ка это. Будешь баловаться, я тебя в этот посажу. В духовку. Опять обосрался. Знаешь, что мы делаем с малышами, которые обосрались? Мы их засовываем в духовку. Давай, оп. Все. А где он? Нормально туда? Дристанул. Ну-ка, подожди, давай еще раз. Да, господи. Ну-ка. Смотри. Вот это хорошо, да? Перданул с подливой смачно. Нормально запустили стругача. Так, сейчас я тебе поменяю твои памперсы. Подожди, а что это у тебя не меняется? А, вот так надо тебе обязательно. Куда ты вот эти памперсы свои? А ну отдай их. Отдай их тете Наташе. Тетя Наташа тебя сейчас это самое поругает. О, о, душа. Здесь где-то должна быть еще одна душа. Я тебе отвечаю. Где-то должна быть одна душа. Подожди, а где же еще один? Еще один должен где-то быть. Но они еще черные. Давайте вот так. Вот она. Игрушки разблокированы. Так, сейчас, ну-ка, коробка, мячик, поезд, блок, врач, шарик. И чё? Так, смотри, у меня есть паровозик, который смог. Чух-чух! Как тебе паровозик? Есть, что это? Это куколд какой-то. Посидит, пусть с тобой посмотрит. А, вот мячик. Вот что мы можем сделать. Ну-ка. Подожди, что-то мне не уходит. Да в смысле? Этот мячик дурацкий, он не хочет. Подожди. Да ты чё, ты издеваешься, что ли, надо мной? Давай. Давай. Есть! Подожди, сейчас я поиграю с паровозиком. Взрослые тети тоже должны играть. Ой, смотри. Оп. Оп. Есть. Оп. Есть. Оп! Я хочу десятку хотя бы набить. Мне кажется, что-то произойдет. Скажешь, ты чего, няня, не занимаешься с ребенком? А няня в мячике играет. Няня тоже человек. Отлично. О! 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 Короче. Опять! Так, все, я пошла менять памперсы. Себе, походу. Взрослые памперсы, где найти? Так, ладно, младенчик в желтом, иди сюда. Где твоя жопа там? Все, теперь ты чистый, пойдем спать. Чистый, чистый, трубочист. Так. Вот это вот не надо мне, вот это вот. Вырубай! Сейчас, знаешь, я из тебя всю эту дурь выбью. Будешь себя плохо вести, останешься ночевать здесь. Все. Мне такие дети бракованные не нужны. Ладно, я хорошая няня. Все-таки мне заплатят за то, что я с тобой сижу. Но знаешь, я тебя ради профилактики с лестницы скину. Как ты лучше себя чувствуешь? Я из тебя. Оно за мной ходит твой странный доктор. Он злой, у него глаза почернели. Так, подождите, эту игрушку надо нахер выкинуть отсюда. Ну тебя в жопу, плохая игрушка. Так, все, иди спать. Спать пошел. Выключаю свет, спокойной ночи. Нянька, спокойной ночи, сладких снов, малыш. Я покажу тебе свои сны, ну давай, покажи мне свои сны. Поднимитесь и успокойте малыша. А можно я не буду, можно я просто уйду? Нахер мне его успокаивать? Все. Чё ты ноешь, краб все свои тянешь? Выключите свет. Все, спокойной ночи.
Найдите что-то поесть. Может быть, сырный тост? Ой, какой сырный. Покорми меня. Так я себя сейчас покормлю. Сырный тост. А где сырный тост? Подожди. Покормите малыша-чудовище. Ладно. Малыш-чудовище. Меня сказали... не надо. Открывай дверь. Ух ты ж, ёб твою мать. Нихера себе, ты тут понавыпускал тентакли. А где наша дверь-то, я не пойму. Чего ноешь? Ё-моё! А чё ты такой злобный? Смотри, он прям такой, где моя еда? Это я, когда меня не покормят. Может, тебя не кормить? Давай будем издеваться, смотри. Всё, не будешь есть. Ля, ты злобный. Он как будто говорит мне, я тебе зарою. Отнесите малыша. Ты опять обосрался, что ли? Господи, бедный несчастный малыш. Посиди на матрасике. Ты чего? Ты так на меня наехал-то, сына? А, возьмите талисман родительский. Сейчас я буду из тебя изгонять сущность в виде гномика. Иди сюда, мой гномик маленький. Ты где там? А ну иди сюда. Аллах Махалай. Ну куда ты там в уголок улетел? Малыш, ну ты что? Вот это тебя не по-детски жмыхает. Может быть, давайте для профилактики в этот опять засунем. Еще раз, к взлету готов, полетел. Отлично. Ой, сразу повеселел. Хорошая, да, я нянька? Ну вот это я понимаю. Да в смысле? Не надо обижаться на меня, я добрая няня. Успокойте малыша. Так, ты че? А ну, угомонись, куда ты полетел? А ну, вернись. Кажется, он на меня очень злится за все, что я с ним сделала. Он меня прибил. Доброй ночи. Ну, наконец-то высплюсь. А то все как не у людей. Спасибо за игру. Большое обновление выходит 12 декабря. Новые зоны, монстры, кошмары, костюмы и многое другое. Спасибо. Подожди, вот тут какие-то я штуки открывала. Что такое пчелы? Коллекция. Большая голова 2. Давайте я вот это вот нажму, все, посмотрим. Вот оно что. А ну-ка. Ой, господи, ну ты пчела. Ты пчеловод, детка, любишь мед. А знаешь, что делают шмели? Шмели летают. Ой, не так, подожди, вот так летают шмели. Космическая шмелиная программа, полетел. Нихера себе тебе расщемил его. Полетел, уху! Видал, как круто? А может быть, поплаваем в туалете? Подожди, подожди. Смыть. Дай, подожди. Вот это прикол. Подожди, ну-ка еще раз. Вот это повеселились. Ну ты пчеловод мой маленький. Ну красавчик. Короче, вот такое вот обновление. Действительно много чего добавили. Ждем тогда 12 декабря. 12 декабря будем смотреть на новое обновление. Если тебе понравилось, поддержи меня лайком. Это был младенчик в желтом, у тебя мой маленький пчеловод. Увидимся. До новых встреч. Пока.